Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 30 на странице 15 рабочей тетради по русскому языку для второго класса автора Канакиной. Прочитайте загадку, вставьте пропущенные буквы и слово. Нарисуйте отгадку. Я круглый, я гладкий и на вкус приятно сладкий. Знает каждый карапуз, что зовут меня арбуз. Я круглый, я гладкий, гладенький. Вставляем букву Д. И на вкус, вкус, вкусы. Вставляем букву С. Сладкий, сладенький. Вставляем букву Д. Знает каждый карапуз, карапузы. Вставляем букву З. Что зовут меня арбуз. Проверочное слово арбуза. На конце пишем букву З. И рисунок арбуза. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.